Поселок Титриенгер и одноименное озеро за моей спиной. Турция, побережье Средиземного моря, март 2017 года. Название озера переводится на русский язык как «дрожащее озеро». И по этому поводу есть следующие легенды. Когда-то здесь жил один очень добрый человек, который изо дня в день кормил всех птиц, живущих и прилетающих на это озеро. Однажды сюда пришли злые охотники и начали отстрел птиц. Человек вступился за этих птиц, попытался остановить эту стрельбу, но сам поплатился жизнью. И в тот момент, когда он, умирающий, падал на землю, птицы все, быстро-быстро объединившись, поднялись вверх, создав дрожание в воздухе. Это дрожание произвело устрашающее воздействие на стреляющих. Они разбежались, а озеро так и осталось вот постоянно в таком дрожащем состоянии. То есть его гладь постоянно словно рыдает. Дрожащее озеро за моей спиной. 3000 квадратных метров. Кроме птиц здесь водятся еще черепахи. Вокруг растет камыш. Набережная оборудована для пешеходных прогулок и пробежек. И вообще здесь светит солнце, тишина, и можно погрузиться внутрь себя и подумать о смысле бытия.